Всем привет-привет, ребята! Меня зовут Женя Гейн, кто не знает. И по многочисленным запросам я снимаю видео на тему, что я взяла с собой на море из вещей. Дело в том, что я взяла с собой очень много вещей. 2 недели мы сейчас находимся на море, и только половину вещей я ношу. Половина просто валяется в шкафу. Поэтому я сформировала свой собственный, знаете, такой мини-гардероб необходимых вещей, которые хочу показать вам. Может быть, это видео пригодится кому-нибудь из вас и будет полезным, поэтому сейчас давайте быстренько пробежимся по вещам. И сразу хочу предупредить, что не для каждого курорта подойдут эти вещи, так как я подбирала этот гардероб специально под Гоа, то есть здесь более такой свободный, неординарный стиль, люди могут самовыражаться как угодно, но если вы поедете на Мальдивы, на Сейшелы, в Монако, Дубай, то гардероб этот точно вам не подойдет. Первый костюмчик, который мне очень нравится, это юбка и топ с арбузами. Этот костюмчик очень яркий, его я приобрела на сайте Choice. Он абсолютно в обтяжку по фигуре. Я считаю, что если вы не комплексуете по поводу своей внешности, то этот костюм вам идеально подойдет, так как он будет полностью по фигуре вам прилегать. Следующий не менее яркий костюм с вкусняшками, как я его назвала, тоже топ. Здесь уже идет рукав небольшой. Юбка идет на завышенной талии. Кстати, в предыдущей версии тоже юбка на завышенной талии. Многим напомнил этот костюм пижаму, но на самом деле он очень круто смотрится, если надеть его под белые кеды и сверху какую-нибудь кожаную куртку. На самом деле смотрится очень стильно и необычно, да. Следующее, что я посоветую вам взять с собой, это обязательно джинсовые шорты на завышенной талии. Они могут быть любого цвета, они должны быть обязательно рваные, обязательно на завышенной талии. Я считаю, что вещи на завышенной талии, джинсы, шорты смотрятся очень стильно и необычно, особенно если вы наденете под какой-нибудь укороченный топ, либо рубашку завяжете повыше. Очень это смотрится стильно, как бы сексуально. Ну, вообще классно. К шортам я обязательно посоветовала бы взять какую-нибудь клетчатую рубашку. Сейчас в моде красная клетка, синяя, зеленая, любого цвета. В общем, это должна быть обязательно клетка. Клетку я выбрала именно в бело-голубом цвете. Я думаю, она освежает очень хорошо. Вы все давно уже видели это платье у меня. И в Инстаграме, и в моих видео. Я его обожаю. Нереально удобное, комфортное, приятное. Это платье не слишком короткое, в полоску, морская тема. Смотрится тоже очень стильно. И если вы с кедами наденете это платье, то тоже очень круто смотрится. Следующее, то, что я очень люблю носить, это укороченный топ с юбкой на завышенной талии. Сочетание просто бомба, смотрится очень это женственно и сексуально, и вообще очень празднично, красиво. Это платье я вам уже показывала 100 тысяч раз, и мне нравится, как оно сочетается, опять же, с белыми кедами. Комбинезон мне, конечно, этот очень нравится, но единственный минус то, что неудобно, я извиняюсь, ходить туалет, потому что приходится его полностью снимать через себя. Это огромный, конечно, минус, но а так смотрится тоже очень по-летнему, очень ярко и красиво. Здесь Гоа вечерами становится прохладно, даже, я бы сказала, иногда холодно, поэтому я бы советовала с собой взять какие-нибудь вещи все-таки с рукавами и какие-нибудь штанишки. В моем случае у меня вот такой костюм, очень оригинальный, яркий. Это свитшот с рукавами и леггинс. Особенно этот костюмчик хорошо смотрится на загорелом теле. Что касается вечерних нарядов, я с собой взяла черное платье, но это классика, беспроигрышный вариант. Это платье вы тоже видели в одном из моих видео, но, если честно, мне не довелось его еще ни разу надеть. Все жду какого-то момента, но я сомневаюсь все-таки, что здесь будет какой-то повод, чтобы надеть это платье на самом деле, как бы. Что касается купальников, здесь в Гоа огромный выбор купальников. Вы можете купить здесь купальник, либо все-таки привезти его с собой. Я привезла с собой купальники и посоветовала бы вам без лямок купальники, чтобы плечи, в принципе, спокойно загорали, не оставалось никаких полосок. Можно взять с собой один купальник, который завязывается на шее, какой-нибудь пушап, чтобы подтянуть как-то свою грудь, да, если вы там собираетесь на какую-нибудь пляжную вечеринку, либо на фотосессию. Ну, а так, в основном, если вы просто идете загорать, то я бы посоветовала вам без лямок купальник. Все-таки, если вы находитесь
находитесь на пляже в какой-нибудь компании, то я все-таки предпочитаю находиться в какой-нибудь одежде, то есть, ну, как-то слегка прикрыть свои части тела. Прикрываю я свои части тела этим платьем. Платье, сеточка, очень оно, ну, женственное и красивое. Также у меня есть такая накидка-халат удлиненная, прозрачная. Просто я ее надеваю на купальник и хожу по пляжу. Обязательно советую взять с собой кожаную черную куртку. Куртка подходит под все, да? Во-вторых, она прекрасно защищает вас вечером от холода. И если вы будете кататься на мопеде, либо на мотоцикле, она вас будет защищать от ветра, от холода, опять же. Либо возьмите с собой какую-нибудь кофту теплую. Но я все-таки советую взять такую курточку. Она у меня не кожаная, это кожезаменитель. Еще, конечно же, советую, если вы собираетесь на мопеде кататься, либо на байке, взять с собой рюкзак какой-нибудь, тоже стильный, небольшой, потому что вы будете постоянно держаться, руки ваши будут заняты. Вообще, я люблю очень сильно рюкзаки, потому что они освобождают руки. Ну что, ребята, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.